Если бы у бабушки был хрен, она была бы дедушкой. Озвучено студией Киноплейс при поддержке зрителей с Бусти и донатеров на стримах. Я устал жить в этой золотой клетке. Посмотри, папа, там целый мир. Да, и это блядство, разврат, наркотики. Но мы тут не просто так сидим, у нас же карантин. Пойми, пчела, будут чихать на тебя, а зацепят нас. А-а-а, кто-нибудь, заберите меня отсюда! И таким образом, он столкнулся с инопришеленскими мародерами, которым нужно было африканское дитя, чтобы выиграть межгалактический баскетбольный турнир. Холодно! Вы кого мне привели, кретины? Да блин, шеф, эти земляне вообще на одно лицо. Да понимаешь, я искал конкретного по имени Джеймс Леброн. Ты, кстати, как, баскетбол играть умеешь? Как боженька. Надпись на экране. 20 лет буква. Чё, блядь? Брось это дерьмо сейчас же! Назови себя! Чёрный властелин! Да ну нахуй, черный властелин, ты думал, я так скажу, придурок? О, великий черный властелин, позволь тебе отсосать. Ребят, помогите, я не знаю, что со мной меня, походу, заклинило. Слушай, а может я это, пойду уже, а? Конечно, иди и в дорогу возьми наших сучек. Да не нужны мне твои бабы непомытые. О, тогда возьми меня, я буду твоим рабом. Сейчас тебе моргало выколю. Помогите, хулиганы зрения лишают. О боже, я разбил властелину ебальник. Заморозься, мародер, ты окружен. Свистни в хуй. Свистни в хуй. За 34-е место! Ура! О, а у меня идея. Давайте займемся женским волейболом. То есть ты хочешь, чтобы нас не только мужики имели? Погоди, ты черный властелин, что ли? Я смотрел все кассеты с тобой. А ты точно те кассеты смотрел? Да, конечно, у меня все 69 кассет есть. В общем, мы не остановимся, пока нас не отымеет половина вселенной, а вторую половину уничтожу я. Кто пустил сюда этого садовника? Ты ж так и не смог собрать ни одного камня. Все потому, что меня нашли в почках. Меня интересует раздел инцест. Я смотрю, у вас и без гаморы неплохой садом получается. Небылица? Привет, пчела! Ты думал над тем, что вернуться на родину? Уже некуда возвращаться. Мне Йода сказал, что эта страна уже уничтожена. А я не стал проверять. Вот дурак! Злоебучий вирус пробрался туда и перезаражал их всех. Когда человек умирает, вирус тоже со временем перестает существовать. И таким образом это может способствовать тому, чтобы планета пришла к самоочищению. Так что получается, этот вирус работает куда эффективнее нашего садовника. Но просто так туда не полететь, нам нужно пройти через купол. Итак, что будем делать? Для этого нам нужен африканский корабль, возьмем у него. Фетишист? Я с этим мужиком 2 года прожил, ты себе даже не представляешь, что это. Ты хочешь быть таким же, как тот герой с Земли? Как там, Робин хорошо, Робин гуд? Да мне вообще, Робин, похуй. Да не хочу я больше видеться с фетишистом. Но за 5000! Этого зовут Жмых, он же Кальмар. Его главный страх — быть разрезанным на кольца и быть поданным к пивасу. Йода и я будем изображать парочку свингеров, ищущих новых ощущений. Но на самом деле мы затащим внутрь пчелу. Охренеть, говорящая утка. Вообще-то меня зовут Дональд Ублюдак. Знаешь, пусть лучше будет говорящая утка. О, господи, они бы хоть погуглили, как лайка выглядела. В общем, идешь на стеллажа 18G. После него поворачиваешь направо, хоба, где бокал? Нет бокала, вот бокал. А знаешь, почему у него нет ножки? Погоди, мы же понарошку деремся. А ты смотрел операцию «И»? Тогда 330. Каждому! Веди меня, Яндекс.Утка. Вот это уже другое дело. Пойдем расправим перышки. А можешь сказать что-нибудь паутиному? Можно бокальчик Шато Тамань, оно отлично подходит к моей фуагре. Ой-ой, пора делать ебунца. Да ладно, я пошутил, нормальная у меня печень. Мой сынок, пчела, мы все очень сильно переживаем то, что ты сбежал. Возможно, тебя съели крокодилы или растоптали бегемоты. В следующий раз погуглите, что такое шаговое напряжение, почему в таких ситуациях нужно стоять на одной ноге. А Шурик, ебашь тревогу!
Может, ты где-то на заводе собираешь новые айфоны или играешь с бандитами в межгалактический баскетбол. Это не твоя ли команда неплохо так заглотнула на баскетбольном турнире? Да, там просто мяч был скользкий, а судья купленный. Может, я пойду, а вы тут сами поеб... Прости, что я очень сильно ограничивал твою свободу. Если ты вернешься, обещаю, все будет по-другому. И да, кстати, карантин закончился спустя год, как ты пропал. Ты лгал мне! Не понимаю, о чем ты. Кажется, он понял, что ты выдумал ту историю про вирус. Все-таки надо было выбрать Джеймса Леброна. Так вот, значит, как. Кажется, ты прав. Я не знаю, где мое место. Ты, кажись, перепутал. Я человек, а не какой-то экспонат. Я не должен сидеть в клетке. Серьезно? А ничего, что ты все детство сидел в клетке, сбежал, а теперь хочешь в нее вернуться? Да какая мне разница, черный ты, белый или азиат? Я всех людей ненавижу одинаково, и в этом моя толерантность. А БЛМ придумали для того, чтобы безнаказанно воровать телевизоры и айфоны. Сквидвард, займись им. Дурашка, такого был план. Жух! Фетишист хочет тебя к себе в коллекцию, ему нужна экзотика. А сколько за это платят? Дурак, там одни бабульки ходят. Сколько платят? Погоди, а как нам понять, что это не очередная часть твоей многоходовки? Потому что я сама хочу здесь все уничтожить при помощи вот этого. Погоди, ты хочешь сказать, что там стенки сделаны из обычного хрупкого стекла? Мне понравилось, что он там говорил про телевизоры и айфоны. Ну что ж, поздравляю, теперь ты знаешь, как этим пользоваться. О, гляди, я мама Бэмби. А ты будешь охотником, которому я даю отпор. Получай. Но если ты уже готов, то можем сразу перейти к делу. Я называю это мокрый Вилли. Отлично подходит для первого проникновения. Внимание, внимание, мы сперли сцену из пятого Гарри Поттера. Беги, лес! Да я и так бегу! Хорошо, понял, бегу быстрее. Йода, дорогой, как в старые добрые времена. Даже не напоминай мне о том, что ты сделал прошлым летом. Оставьте меня, я их задержу. Ты же просто садовник. Знаешь, и в моем огороде есть парочка камней. Сука, нос сломал. О, вот так зашибись стало. Пожуй говна. Вы чё, придурки, думаете, что если этот кретин разбил стекло амулетом, то я не смогу пробить его своим кулаком? А, погодите, это непробиваемая капсула. Ты знаешь, кажется, я нашел свое место в этом мире. И это место находится внутри меня. Знаешь, после встречи с фетишистом это звучит немного двусмысленно. Нет, 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 стой! Только не протесты. Ладно, берите телевизор и айфоны, только не трогайте самое ценное. Отец, мой сынок, ты только взгляни, насколько матери похер. Толя, у меня в огороде сорняки, как с ними бороться? Ой, да это все равно, что щелкнуть пальцами. Завтра утром, как проснемся, я покажу, как это делается. А если вы хотите узнать, чем все закончилось, да и вообще посмотреть полную серию в этой озвучке с полностью переделанным сюжетом, то переходите по ссылке в описании на мой аккаунт в Boosty, куда я заливаю полнометражные озвучки, так как на YouTube можно заливать только отдельные фрагменты. А чтобы смотреть видосы, тут достаточно оформить подписку «Таинственный наблюдатель» за 149 рублей в месяц. А это дешевле, чем билет в кино или один раз покушать. А взамен вы сможете смотреть неограниченное количество уникального контента. Причем не один раз, а на протяжении целого месяца. Но если вы еще сомневаетесь, то прямо сейчас в качестве пробника вы можете посмотреть первую серию «Если бы у бабушки был хрен» полностью и абсолютно бесплатно. Открыт для всех. И если вам понравится, а вам понравится, то выбирайте один из уровней подписок в правой части экрана. У каждого уровня свои бонусы. И когда здесь наберется 150 подписчиков, мы начнем разрабатывать свое собственное кино в прямом эфире. Так что подписывайтесь, чтобы стать свидетелями исторического момента.
А через 2 недели все население Ваканды заразилось тем вирусом, который привез пчела. Озвучено студией Киноплейс при поддержке зрителей с Бусти и донатеров на стримах.